Всем привет! Если кто забыл, напоминаю, что слабый напор горячей воды в кране смесителя начинается с туалета. И первое, что надо сделать в туалете, это промыть фильтр-газевик. Разобрать его, промыть и опять собрать. Второе, что надо сделать, это проверить давление водопровода, открыв кран холодной воды на кране смесителя. Давление мы видим хорошее. Все, пойдемте к котлу. И третье, что надо сделать перед котлом, это тоже промыть фильтр-газевик, у меня стоит. У вас, может, он и не стоит. Четвертое, заменить фильтр колбы магистрального фильтра. Пятое, промыть холодный фильтр воды в котле в самом. Затем промыть датчик протока считывающий. Затем промыть контур ГВС пластины вторичного теплообменника. И все. И в кране смесителя горячая вода должна идти под хорошим давлением. Что мы и видим. Все, всем удачи!